Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным изданием. Я думаю, что каждый, кто изучает боевые искусства, должен обязательно найти эту книгу, приобрести. Это очень полезная книга для тех, кто практикует боевые искусства, для тех, кто преподает боевые искусства, в особенности для детей или также для взрослых. Это энциклопедия физических упражнений. Да-да, это не книга на самом деле о боевых искусствах, но все-таки боевые искусства — это тоже некие физические упражнения. А в этой книге, ну давайте так, я по порядку. Значит, эта книга выпущена, автор книги Ежи Талага, выпущена она на русском языке издательством «Физкультура и спорт» в 1998 году. Значит, очень объемная книга, и я хочу прочитать вам предисловие к русскому изданию, несколько выдержек. Ну вот, допустим, начало. Перед вами, уважаемые читатели, весьма объемная и, несомненно, полезная книга. Думается, что она вызовет интерес у широкого круга людей и станет настольной, и не только из-за своего объема, для многих специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров разного уровня, преподавателей вузов, школьных учителей, организаторов спортивных секций и клубов, воспитателей детских и дошкольных учреждений, ученых, медиков, ну и, конечно, спортсменов и физкультурников, тех, кто заботится о здоровье своем и своих близких. Известно, что в той или иной степени двигательные качества связаны между собой. Поэтому, включая занятия и упражнения, которые предназначаются для воспитания одного качества, вы невольно оказываете воздействие и на совершенствование других. Это отзыв доктора педагогических наук профессора Анны Скородумова. Эта книга насыщена множеством упражнений для разной направленности. Вот я возьму просто оглавление и зачитаю вам, а потом покажу, как эта книга выглядит. Итак, упражнения общей физической подготовки, упражнения для воспитания гибкости, упражнения для воспитания прыгучести, упражнения для воспитания ловкости, упражнения для воспитания быстроты, упражнения для воспитания силы, упражнения для воспитания выносливости. Объемный материал, объемный очень материал, причем не просто написано, а именно показано в рисунках, видите, очень наглядно показано, как выполняется каждое упражнение. Есть также описание каждого упражнения, что надо делать, как надо делать. Очень-очень полезная книга. Я вот с 98 года эта книга у меня, я практически сразу ее купил, как только увидел, как только она вышла. И с тех пор я постоянно ее использую в занятиях с детьми, со взрослыми, дополняю упражнениями из специальных упражнений дзюдо, или эти упражнения встраиваю в упражнения дзюдо, карате и так далее. Также различные формы комплексных упражнений здесь есть. Упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, для воспитания смелости, изометрические упражнения, групповые упражнения. Очень большой раздел — игры и развлечения, игры для выносливости, силы, прыгучести, ловкости и гибкости. Тесты и показатели физического развития. Здесь есть тесты Ларсена, Денисюка, тест Тойета, школьные тесты, Еврофит и так далее и тому подобное. Очень объемная книга, больше 400 страниц. Еще раз давайте я покажу вам, как она оформлена. Много-много. Это практически вся книга в рисунках. В рисунках и описании. Рисунки и описания. Вот вы видите. Это очень полезная книга. И в заключение хочу сказать, что вот здесь сзади книги написана такая уже выжимка. В этой объемистой книге
собраны тысячи разнообразных упражнений, которые будут полезны многим тренерам и спортсменам. Тысячи. Упражнения для воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, для совершенствования координации движений. Упражнения, выполняемые индивидуально и с партнером, на месте и в движении, с предметами на спортивных снарядах и так далее и тому подобное. Итак, рекомендую, обязательно найдите такую книгу. Я думаю, она еще выпускается, может быть, уже была переиздана в более свежем как бы, варианте. Издательство «Физкультура и спорт», 98-й год, Ежи Талага, «Энциклопедия физических упражнений».